Народ, всем привет! В этом видео мы поговорим, судя по названию, вы уже понимаете о чем. Ребят, вы знали, что есть разница между выключить и перезагрузить? Ну, кроме того, что выключаем, телефон навсегда выключается, а перезагружаем, он сам включается. Помимо этого, есть большая разница между этими двумя пунктами. Какая именно, расскажу вам в этом видео, потому что об этом должен знать каждый, у кого есть смартфон, потому что рано или поздно нам приходится перезагружать наши с вами смартфоны и выключать. Так какие же есть минусы и плюсы? Помчали! Итак, начнем с того, что при перезагрузке телефона, то есть если у нас есть какая-то проблема, обычно она не решается. Почему? Потому что при перезагрузке телефона 90% всех процессов, которые были открыты, то есть вы зашли в какое-то приложение, там, сделали еще что-то, игру и так далее, то есть 90% полностью не закрывается. То есть вы перезагрузили, телефон запустился, но ошибки могут остаться. То есть система полностью не выключается. А вот при выключении это более эффективный уже способ. То есть при выключении полностью, вот 99% мозга телефона, все отрубается, оперативная память, процессор, там, приложение, игры, все отрубается под корень. Поэтому самый эффективный способ — это выключить телефон. То есть если у вас есть какая-то проблема с телефоном, лучше всего его выключить, потом включить. Но у этого способа есть один минус. При выключении и включении заряд тратится намного больше, чем при перезагрузке. А при перезагрузке почему процессы все не закрываются? Потому что телефон понимает, что ему сейчас нужно включиться. Зачем ему все выключать, если ему нужно включиться? То есть, если вы сделаете перезагрузку телефона и выключите, будете включать одновременно, то тот, который перезагружается, он обычно включается быстрее, потому что процессы-то на нем запущены. Вот, а значит, единственный минус выключения-включения — это то, что заряд тратится больше, а других минусов нет. Но какой способ все-таки лучше? Самый лучший способ — это использовать и тот, и этот. Перезагружать телефон нужно в неделю хотя бы 2-3 раза. А вот выключать максимум в неделю один раз. А в лучшем случае вообще не выключать, если вдруг у вас никаких глюков и так далее нет. Вот. Ну а в комментариях напишите, как часто вы загружаете, перезагружаете свой смартфон. Ну и давайте перейдем в комментарии, обсудим, что вы думаете про это, согласны ли вы со мной. Ну что ж, всем спасибо за внимание, пока.